одной стороны, это правильно, чтобы соцсети не отвлекали детей от учебы, а с другой стороны, это не очень хорошо для самих учащихся, потому что они не смогут списать. А станут ли дети более дисциплинированными благодаря тому, что вот такой запрет ввели? Ну, мне кажется, они будут беситься поначалу. Скорее всего, да. Не стоит все-таки так делать. Потому что я вот как бы сама в школе, когда училась, мне это как-то, ну, вот не очень нравилось, когда вот так вот, ну, как бы запрещали все это. В принципе, это полезная вещь, как говорится. Детям действительно отвлекаться нельзя. У меня хоть и студент уже сегодня, 1 сентября, поступили в университет, конечно. Но тоже в школе мы с ним никогда не пользовались телефоном. С одной стороны, это хорошо, не будут списывать, не будут отвлекаться. С другой стороны, если какая-то чрезвычайная ситуация, то ребенок первым делом звонит родителям, а только потом может пойти к классному руководителю. Телефон отвлекает внимание ребенка. Он должен быть сосредоточен на занятии, и телефон ему ни к чему. Если что-то нужно сообщить родителям, учитель свяжется. Я думаю, это правильно. Потому что сейчас мобильные телефоны стали частью детского восприятия, что формирует нездоровую психику.